учился с нами, помнишь, да, мы друг друга ходили смотреть. Аркадий за него замечательно красивый человек, очень талантливый. И бегали все девки с ИСТФАКа, я помню, с искусствоведения, тогда культуроведения не было, помните, была кафедра искусствоведения, все бегали смотреть. Ну и наша филологиня, мужиков-то мало было, смотреть на Аркадия Валерьевича со Стырца. Тогда еще не был, да, таким не был. Так, а теперь Алексей Кудряков. Леша здесь. Алексей Кудряков, поэт, известный сегодня во всей России. Его стихи публикуются в журналах «Знамя», «Волга», «Сибирские огни», «Урал» и других. Да? И он вот лауреат новой Пушкинской премии. Леша, поздравляю. Давай читаем. По весне нам всегда возводили типи. Из жердей брезента дорожный сквот. Бородатых мужчин называли хиппи в заповедной глуши, а их женщин — скво. С большака у шалманов сбегали трупы, возвышаясь в юдоли, не дать не взять. Каменистые гривы в таежной топе, за мазками мостки и за гатью гать, где подкова хребта огибает пустошь, и змеистые стежки сплелись узлом. Раздавался сезонный уральский утриш, как у восхода в ночи золотой разлом. Перекатный оголь, мудрецы, калики, зимогоры окрестных скалистых гор составляли единый и многоликий поколенческий круг, безглагольный хор. Подвязался герой, словно вне меречи, очутившись гуртом посреди пути, проводя сквозь тенета за умной речи голоса, пребывавшие в заперти. И аршинного свитка готовой книги, покидая пределы вслед за собой, уводил малых сих, что чернец растрига, обращенных на гульбище и разбой. Осыпаясь в курумы гранитным плитом, возносить не шиханы, но имена. Разбитное содружество, став разбитым, обрело свои личные письмена. Азиатская ночь залегла в долине, где оставленные всеми вкушает сон, растреножив козлиную песнь, долили на колени сложивший главу Самсона.